нашему Отечеству. Ура! Thank you.
26, летчик-инструктор первого класса, майор Чернокрылый Иван Иванович. Авиационная тактическая группа в составе Ту-134 и двух многоцелевых истребителей Су-35. Самолет летит на высоте 250 метров со скоростью 550 км в час. В составе четырех самолетов Су-27 авиационной дивизии высотирующих самолетов. Тяжелые истребители Су-27 предназначены для отражения атак противника с воздуха и завоевания господства. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 армии ВВС ПВО Южного военного округа. Чернобыльская флота и Южного военного округа. Рейтинг заканчивает показ авиационной техники Чернобыльского флота и командованного флота ПВО «Южный».